Всем привет! Томат Шеймех Сту, или, как переводится, полосатая пещера. Это перцевидный томат, который полый внутри, то есть пустой изнутри, как перец. Плоды у него напоминают перец Гогошаре, известный старый болгарский сорт. Вот такой формы. Красные в желтую полосочку. Уже подпортились перезревшие. Бывает две камеры. Вот такой, например, это трехкамерный помидорчик. И внутри он полый. То есть это можно аккуратно ложкой выбрать или вырезать ножичком. И такие перчики можно фаршировать. Ну, как перец. Поняли? Семенная камера так убирается. И он пустой. Это плод один разрезан. Кто любит фаршировать, можно мясом, рисом. Кто любит такие штуки, этот сорт обязательно должны вы посадить. Плоды у него не тяжелые, 118 грамм, этот 88, 90-150 грамм. Бывают плоды на первых кистях покрупнее, это уже остатки. Я вам показываю, вовремя не успел снять, поэтому извините, уже снимаю то, что осталось. Дабы был обзор, просто показываю его. Ну, мы фаршировали раньше всегда перец рисом с мясом. А сейчас фаршируем и такими томатиками. Такие томатики, рис с мясом. Оттушить. Очень вкусное блюдо. Можно напополам сделать. В кастрюльку чередовать перец. Один перец, один томат. Один перец, один томат фаршированный. Ну и мясом, и всякие блюда. Вот даже на стол подавать, как закуска. Убрали, сюда наложили салатик там оливье. Крабовый, и кушать. Очень классная закуска. Можно с помощью такого вот томата сервировать стол. Куст высотой 2 метра. По сроку созревания среднеспелый. Плодоносит до заморозков, то есть с августа по даже ноябрь, если у вас поздно заморозки, вы будете с такими красивыми фаршировочными томатами. Консервировать их тоже можно, но в банке они станут очень мягкими. За счет пустоты они смягчаются и будут некрасивыми. Поэтому используем его для салатов, украшения, сервировки блюд. И самое главное значение для фаршировки. Семена этого томата можно купить у меня. В описании под видео есть ссылка на мой сайт. Заходите, покупайте семена. Если вы его выращивали, напишите в комментариях, как он у вас растет, как понравился он вам или нет. Также поставьте лайк под это видео, а если на канал не подписаны, подпишитесь. Впереди много всяких обзоров на томаты, стоят в очереди на съемку, и на всякие другие экзотические овощи, цветочки, все-все, что растет у меня на грядке, я вам покажу, будут на все обзоры. Ну, а сейчас прощаюсь с вами, до новых встреч, всем пока!